Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Страница 52, упражнение номер 259. Прочитаем задачу. После суточного дежурства в больнице доктор решил выспаться и лег в 9 часов вечера. Он должен был к 11 часам утра быть опять в больнице, поэтому он поставил будильник на 10 часов. Сколько времени пройдет до звонка будильника? Нам известно, что доктор лег спать в 9 часов вечера. 9 часов вечера – это 21 час. Значит, доктор лег в 21 час вечера, а будильник завел на 10 часов утра. Сначала нам нужно узнать, сколько пройдет времени с 21 часа до окончания суток, то есть до 24 часов. Для этого мы должны из 24 вычесть 21, получится 3 часа. Затем нужно узнать, сколько всего пройдет времени до звонка будильника, то есть до 10 часов утра. 3 часа, которые пройдут до окончания суток, плюс еще 10 часов, которые пройдут с начала суток. 3 плюс 10 получится 13 часов. Итак, на вопрос, сколько времени пройдет до звонка будильника, мы можем дать следующий ответ. 13 часов пройдет до звонка будильника. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.